Сегодня покажем, как демонтировать фонарь на Infiniti GX35. Значит, манипуляции следующие. Значит, открываем багажник. Для начала нам необходимо снять вот эту вот декоративную планку, то есть вот эту планку багажника. Она крепится на вот таких вот клипсах. Вот их мы снимаем. Да, вот такие вот клипсы, значит, чтобы было видно. Угу. После этого, значит, аккуратно, там еще есть внутренние клипсы, демонтируем, значит, саму планку. Вот клипсы внутренние. Значит, я ее снял легко, потому что предварительно я ее уже вытащил. Ну, там вам необходимо будет клипсодерочкой аккуратненько ее поддеть, и она у вас тоже аккуратненько вынется. Дальше. Отодвигаем. Подсвети, пожалуйста. Отодвигаем, значит, обивочку и находим винтики. Их здесь два. Значит, вот здесь один, точнее три. Вот один. И сейчас еще подсветим. Да, и вот здесь вот, видите, да, с пластмассовой такой вот штучкой. Да, и вот третий. Значит, вынимаем после этого уже фонарь. Все. Значит, по доступу к заднему крылу, да, у нас есть окно, в принципе, что достаточно неплохо для нас, да. Вот, но поскольку нам доступ нужен вот сюда, вот в эту часть крыла, да, видите, то нам нужно будет подумать, как нам сюда забраться, потому что из окошечка мы так просто сюда не заберемся.